Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать о своем небольшом заказе с Makeup.ua, также покупках и подарках с других магазинов. Давайте же приступим. Первое, что я вам покажу, это мицеллярную воду Beauty Derm. Это первое, что показываю заказ с Makeup.ua. На марку Beauty Derm была хорошая акция. Это мицеллярная вода 5 в 1. Она нам очень много чего обещает. И очищение, и увлажнение, и... Ну, отзывы на нее были просто шикарные, с тех целых пол-литра. И, девочки, она стоила что-то в районе 40 гривен по акции. Отзывов миллион хороших, решила попробовать. Дальше взяла освежающую пенку, это все будет у меня пока Beauty Derm. Здесь очень много, как вы видите, компонентов этой пенки, но поскольку я еще не пробовала, то тоже пока ничего вам не могу сказать. Так же, как и о таком вот тонике увлажнения. Вот, как вы видите, здесь и масло миндаля, и много-много чего, но про это все я вам расскажу попозже, когда попользуюсь. Также от этой марки я взяла три маски. Об этой альгинатной маске я могу уже сказать, что она шикарна, стоит бюджетно. Здесь, по-моему, если помню хорошо, да, 25 грамм, хватает на два раза на все лицо, и могу от всей души порекомендовать, если где-то увидите, попробуйте. Также взяла увлажняющую и питательную банан и бамбук. Будем пробовать вместе с вами в каких-то блогах. И, конечно, сниму вам на эту продукцию отдельное видео. Дальше не помню. Еще из Makeup.ua по полной цене взяла домашний доктор. Ромашка и чабрец тоник. Здесь 300 мл. Очень хороший состав. Надеюсь, вы сможете его прочитать. Стоит бюджетно. Один из лучших тоников вообще, который я когда-либо пробовала. В магазине Cosmo взяла вот такой гель для душа, L'Appetit Marseille Абрикос и Фундук. Все виды этого геля для душа в Cosmo сейчас были по 26 гривен. Это очень хорошая цена, а гель для душа, думаю, кто пробовал, тот, так как и я, является фанатом этих гелей для душа. Обалденно пахнет, не сушит кожу. Дальше у меня были небольшие презенты. Мне подарили вот такой вот крем для рук живельный, ну, питательный, не очень его люблю, если честно, но на лето сойдет. А вот этот я обожаю, роскошь макадамии, он действительно хорошо питает ручки. Ну и также в этом подарке у меня была вот такой вот крем для лица от чистой линии для сухой кожи. Вот этот я очень люблю на лето, очень легкий, дает легкое увлажнение, не забивает поры. Показывала вам в магазине Копеечка, взяла вот такую глину, это не моя первая пачка, очень мне нравится, как работает и стоит супер бюджетно, действительно хорошо очищает кожу. Далее у меня будет подарок, уже давно, еще на Новый год подружка мне дарила вот такой набор, просто теперь его открыла, могу о нем рассказать. Это вот такой вот карандашик черный. Компания Glambi. Она продается в сети магазинов у нас Ева. Секунду, вот фокус. И она просто шикарна. Сейчас видела вот этот карандашик в Еве с вот этой тушью буквально за 89 гривен. Девочки, карандашик ультра черный, мягкий, легко рисует, шикарный. А тушь дает действительно эффект накладных ресниц. Секундочку, постараюсь вам сфокусировать на кисточке. Видите, кисточка хоть и большая, но можно нанести на два слоя и просто великолепно, присмотритесь. Дальше взяла вот такую помаду, их сейчас нет, к сожалению. У меня 0,4 оттенок, но использую ее как подводку. И новинка, которую я только-только взяла в Еве, это вот такая вот помада блеск 2 в 1. У меня оттенок 0,1. Один раз уже попользовалась, такой яркий розовый оттенок, будет классно на лето. Неплохо смотрится на губах, но будем тестировать с вами вместе, смотреть. Я осталась, в принципе, очень довольна. В Еве как раз проходила акция на Glambi, вообще на всю декоративку. Один продукт берете, другой со скидкой минус 70. Вот так выглядят свотчи. Секунду, вот мой фокус. И также от этой марки взяла вот такие вот тенюшки. У меня тон 0,5, они шли по скидке, всего я за них отдала, если хорошо помню, 49 гривен, мягкие, шелковистые, и сейчас сделаю для вас свотчи.
Мне оттенки понравились, такие оригинальные, интересные. Ну и повторюсь, мой опыт знакомства с этой маркой был очень классный. Шиммерные, немножко сыпучие, а вот матовые вообще шикарные. Я думаю, можно сделать офигенный дневной макияж и добавить какой-то на лето интересный акцент. Очень удачная подборка теней. Так, вот эта палеточка. Но, как вы видите, упаковка в них желает лучшего, но и стоит очень бюджетно. Буду это все пробовать, и вам обязательно об этих всех продуктах буду рассказывать в блогах. Будем сперва с вами пробовать, а потом будет отдельное видео. Всем спасибо, кто был со мной. Всем пока!